Выездная администрация, как показала практика, наиболее удобный вариант диалога с жителями. Это не просто встреча со специалистом одного профиля, а комплексный подход, позволяющий решать обращения разного направления. Попробовали практику выездных приемов. Это когда садятся все, глава, начальники управления, заместители по всем безусловным направлениям, чтобы можно было подойти. И вот на прошлом приеме неравнодушный житель вашего микрорайона подошел, сказал, можно ли у нас в зеленых аллеях. Зеленые аллеи, ну, вроде бы не самый большой такой микрорайончик, да, у нас здесь. Но, тем не менее, вопросы есть. Я очень удивлюсь, если вы нас удивите хоть каким-то вопросом, да, новым, там, на что-то мы сможем ответить, что-то, понятно, будем решать в перспективе. На вопросы жителей отвечали заместители главы администрации округа, представители профильных служб и ведомств муниципалитета. Я пришла к Дубовицкой для того, чтобы решить вопрос о территории, которая принадлежит администрации в запущенном состоянии, перед парком. Жительнице деревни Тарычёва Ирине Денисюк удалось пообщаться с представителями нескольких управлений и обсудить основные проблемные вопросы, такие как ремонт дорог, парковочные места для автомобилей, освещение улиц и газовое обслуживание. Самый острый вопрос – канализация. Вот, надеемся и ждем. Включили нас в государственную программу. Надеемся решиться. В основном на приеме присутствовали жители микрорайона Зеленой аллеи, но также и из других населенных пунктов округа. Людмила Власенко обращалась по поводу разрушенной дороги в деревне Калиновка. Со временем асфальтовое покрытие пришло в негодность. Варианты вот нам предложили на этой неделе, ее посмотрят, примут на баланс и вопрос, я думаю, решится. Многие обращения взяли на контроль и депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа. На мой взгляд, это самый оптимальный вариант для таких вот, скажем, массовых встреч, когда присутствуют, естественно, и представители разных служб, и депутатского корпуса. И как раз это помогает скоротечно, значит, найти решение того или иного вопроса. Ну а то, что не получается решить сразу, конечно, взять в работу. Заместитель председателя Совета депутатов Ирина Архангельская помогла разобраться жителям в вопросах социальной сферы и получения льготных лекарств. Действительно, были раньше у нас на Ольховый фонд, где действительно люди получали все вот эти принадлежности, которые им нужны были. Вот. А сейчас, конечно, есть немножко вопросов. Ну и по лекарствам. Сейчас лекарства тоже не очень поступают, так, ну, как бы хотелось. И не поступают те препараты, которые бы, вот, например, по определенной болезни. Но есть аналог. И врач, который назначает, если он знает, что этот препарат не поступил, он обязан человеку аналог. Некоторые вопросы требуют детальной проработки, другие же будут решены в ближайшее время. Встречи с населением в формате выездной администрации планируют проводить на постоянной основе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.